На Новосибирскую область обрушился снежный шторм. У нас есть возможность увидеть происходящее в прямом эфире. Из-за непогоды в регионе перекрыли 3 федеральные трассы. И прогнозируют на ближайшие часы заносы, гололедицу, новые порции осадков и автозаторы, разумеется. Причем синоптики обещают морозы в ближайшие дни до 40 градусов и сугробы. Видимость на трассах сейчас не превышает 50 метров. Водители просят быть внимательными, осторожными, строго соблюдать скоростной режим.